Добрый день, с вами Алекс Ванский и компания Big Time, ваш верный адвайзер в сфере научных публикаций. Сегодня я хочу рассказать про то, когда будут обновления рейтингов журналов в базе данных Scopus. Для наглядности перейдем на статистический сайт, который мы уже знаем, scimago.jr.com. Здесь представлены все статистические данные по журналам, материалам конференции и также книжным сериям, которые индексируются в базе данных Scopus. Далее переходим в Journal Rankings. Здесь у нас представлен обширный перечень всех журналов, которые входили, а также входят в базу данных. Возьмем, например, вот под шестым номером в рейтинге самых рейтинговых журналов Quarterly Journal of Economics. Далее, вот на примере Quarterly и SJR, например, мы видим все последние данные у нас представлены за 2017 год. Полностью вся информация, она актуальна на сегодняшний день. Данные рейтинги будут обновляться ориентировочно в мае, либо же в июне, по традиции, как это происходило в прошлые годы. То есть у нас сейчас 26 апреля. И мы имеем рейтинги, актуальные за 2017 год. Данная информация будет актуальна до тех пор, пока в данной статистической информации не появятся пункты по 2018 году. То есть следующий, после 2017, будет уже рейтинг за 2018. И тут могут изменяться квартили журнала, SJR, а также все остальные рейтинги. Спасибо за просмотр и до новых встреч!